Гуляй. Иди, гуляй, 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 гуляй. Так, подзываем. Ко мне, Инга. Джой, ко мне. Ко мне. Там сидит. Да. Лучше старайтесь при подзыве, чтобы он ближе подходил. То есть кормом подруливайте либо вообще в положение рядом, либо фронтально, но перед собой. Даем корм, да. Отпускаем гулять. Гулять. Иди гуляй. Гуляй. Гуляй, 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 гуляй. Гуляй. Давай. Подзываем. Джой, ко мне. Янгар. Ко мне. Ко мне. Джой, Джой. Ко мне. Янгар. Когда зовете, корм показывайте. Тут... Вы же работаете, вы их учите. Значит, используйте средства воздействия какие-то. Рядом. Отпускаем их. Иди гуляй. Гулять. Янгар. Гулять. Давай, давай, давай. Гуляй. Пошли бегать. Так, подзываем. Янгар, Джой, ко мне. Ко мне. Джой, ко мне. Янгар. Джой. Показывайте корм, прям наклоняйтесь. Ко мне. Себя по ноге можно похлопать, отбежать. Должны быть какие-то воздействия на собаку. Вы даете команду и потом должны что-то делать, чтобы собака к вам бежала. А не просто ждать, прибежит, не прибежит. Так. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте лайк.